Несмотря на то, что уже весна, дневной плюс нередко сменяет ночной минус. Но это никого не останавливает. Брещане уже пересели на двухколесный транспорт. Велосипедистов в городе много. Именно поэтому вопросами их безопасности обеспокоены сотрудники госавтоинспекции. Как показывает практика, халатное отношение к себе и в целом к исполнению буквы закона может привести к трагедии. Что касается ДТП с участием велосипедистов, то с начала текущего года с данной категории участников зарегистрировано уже 7 дорожных аварий, в результате которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, а именно профилактическую акцию в зоне внимания двухколесный транспорт. В рамках проведения данного мероприятия мы напоминаем таким участникам дорожного движения, как велосипедисты и мотоциклисты, правила безопасного поведения на дороге. Акция по предупреждению нарушений водителями двухколесного транспорта профилактическая. В рамках мероприятия сотрудники ГАИ не только проверяли уровень знаний правил дорожного движения, но и оснащенность велосипеда специальными элементами. И что отрадно, многие это не просто знают, но и соблюдают. По велодорожке ездить, тормоза, чтобы исправны были. Если с ребенком, то всегда он спереди, а я сзади. На него командую, что куда ехать там надо, все. Поворачивай, тормози, там машину пропусти. Главное пропускать автомобили. Конечно, особое внимание уделено в рамках профилактического мероприятия детям и тому, какой пример им подают родители. Анна с сыном Даниилом часто проводит свободное время вместе. Они любят кататься на велосипеде и роликах. Активно, с пользой и, главное, уверена мама Анна, соблюдением всех требований ПДД. Как только потеплело, так сразу. Очень нравится, очень любим. Мы, конечно, без этого никак. За зиму засиделись, можно сказать. В эти дни в стране проходят весенние каникулы. Детей на дорогах стало значительно больше. Именно поэтому с 27 марта по 5 апреля в стране объявлена профилактическая акция «Будь примером своему ребенку», в рамках которой сотрудники ГАИ проводят встречи, тематические викторины в школьных лагерях. Однако никакая обучающая работа невозможна без помощи родителей, их совета и личного примера. К этому призывают правоохранители, жители Брещины. Самое главное и основное, конечно же, роль родителей именно в воспитании законопослушного участника дорожного движения. Каждый родитель должен понимать, что он должен быть примером для своего ребенка, и, конечно же, он должен собственным примером показывать, как необходимо вести себя на дороге. Ну и самое главное, основное, уважаемые родители, всегда отслеживайте местонахождение своих детей и, уходя на работу, каждое утро напоминайте им элементарные нормы правил дорожного движения. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.